В МИД РФ ответили на заявление Госдепа о санкциях. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали цель новых мер против России, озвученную в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление Госдепартамента о том, что США хотят улучшить поведение России с помощью набора инструментов, в который входят санкции. Напомним, ранее в спикер Госдепа Хизер Науэрт заявила, что санкции – это тот путь, которым Вашингтон пытается побудить правительство РФ к лучшему поведению. «Хотелось бы пару примеров того, где и как этот набор сработал», — отметила Захарова. Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в набор инструментов США. Напомним, в среду, 8 августа, Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за инцидента в британском Солсбери. Кремль назвал новые меры неприемлемыми, а МИД России пообещал зеркальный ответ. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.